Пострадавшие в аварии жители республики находятся на лечении в больнице скорой медицинской помощи в Чебоксарах. Сегодня их посетил министр здравоохранения Владимир Викторов. Он сказал, что все необходимое для проведения процедур в больнице есть, и отметил слаженную работу МЧС и скорой медицинской помощи. В Чебоксарской республике выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи при возникновении дорожно-транспортных происшествий. Вчера было очередное доказательство, то, что силы и средства и скорой медицинской помощи, и службы медицинских катастроф, то, что проводится раз в квартал учение вместе силами МЧС, показало свою эффективность, и в течение 8-8,5 минут при поступлении сигнала появились наши машины скорой медицинской помощи, доезд машин скорой медицинской помощи. К сожалению, пострадало 20 человек. В настоящее время в больнице скорой медицинской помощи находятся 6 пациентов. Из них трое в тяжелом состоянии и трое в нейрохирургическом отделении. Состояние пациентов нейрохирургии стабильное. Они в сознании и разговаривают. Единственное, могу сказать, что за истекшую ночь, за вечер с того момента, как они поступили, их состояние стабильно. А вот угрозы для так называемых витальных функций нет. Вот, они находятся под неусыпным контролем. Диагнозы выставлены. Я могу совершенно ответственно сказать, что и по препаратам, и по кадровому потенциалу они обеспечены всем необходимым. В БСМП развернут штаб по оказанию помощи родственникам пострадавших. Здесь собирают информацию о членах семей пациентов, их контактные данные, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Напомним, Минздрав открыл и специальную горячую линию для консультации и оказания психологической помощи. Звонить можно по номеру 26 14 14. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.